думаю, что уровень этой конференции на сегодняшний день самый лучший в России. И те лекторы, которые сюда приезжают, они дают исчерпывающую информацию. И я думаю, что, еще раз подчеркиваю, самая лучшая конференция в Российской Федерации. На мой взгляд, прежде всего, уровень лекторов, он с каждым годом становится все более профессиональнее. То есть те темы, которые обсуждаются аудиторией, становятся довольно-таки обширные и обсуждаются точечные вопросы, которые интересуют именно хирургов с технической точки зрения. И хотел бы отметить, что за эти 5 лет увеличился, конечно, уровень самой аудитории. Те вопросы, которые мы слышим из аудитории, те вопросы, которые интересуют хирургов, конечно, совсем на другом уровне, чем были в самом начале этой конференции 5 лет назад. Я считаю, что Moscow Breast Meeting – это прекрасная возможность для российских хирургов встретиться, пообщаться в непринужденной обстановке, обменяться своим опытом, послушать международных экспертов и, разъехавшись, воплотить все то, что они услышали здесь, в своей повседневной практике.